Черным по белому, аккуратными штрихами. В своей небольшой студии Сунь Сюй Цинь почти каждый день работает над созданием новой коллекции одежды. Схематичные наброски уже совсем скоро должны превратиться в сверкающие наряды, которые дополнят линейку под названием «Шелковый путь». Конечно, если автору вариант эскиза понравится, ведь над некоторыми моделями ей приходится трудиться не один месяц. Над эскизом одного платья я обычно работаю целый день, но вот на продумывание порой уходит по нескольку месяцев. Бывает даже такое, что я ночами не сплю, думаю над какой-то своей идеей. Обычно это бывает после моих командировок. В поисках чего-то нового я несколько месяцев в году провожу в различных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района. Гуляю по пустыне, по пастбищам, заезжаю в небольшие древние городки и общаюсь с местным населением. Каждая такая поездка вдохновляет меня, и я снова готова творить. Создавать одежду модельер начала еще в 1979 году. Тогда ее попросили сшить костюмы для новой постановки в местном театре. В центре драмы были исторические события, развернувшиеся на «Шелковом пути». После этого каждое новое ее творение не обходилось без смешения ноток Востока и Запада. Модельер Сунь Сюй Цинь пришла к нам в 2000 году. С тех пор примерно 50% продукции нашей компании посвящены «Шелковому пути». Местные жители очень любят эту одежду. Их подкупают выразительные орнаменты, качественные ткани и оригинальный дизайн. В ближайших планах модельера открыть несколько магазинов за рубежом. Первые появятся в странах Центральной Азии уже в следующем году. Как раз к этому времени модельер обещает доработать коллекцию платьев с древними орнаментами, но новым стилем. Союз Европы и Азии должен засверкать по-новому.